В метро Нью-Йорка обрушился потолок. Кусок гипсовой облицовки станции отвалился на станции метро Атлантик-авеню, Барклайс-центр. Потолок обвалился на станции метро в Нью-Йоркском районе Бруклин. Инцидент произошел в пятницу, 21 сентября, сообщает телеканал CBS. Кусок гипсовой облицовки станции отвалился на станции Атлантик-авеню, Барклайс-центр. О пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли ремонтники и инженеры. Они устанавливают причину обрушения. В течение 3 часов поезда следовали без остановки на этой станции. Напомним, ранее в метро Киева умер мужчина, а в Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.